Добро пожаловать на Need for Speed Proho Street. Про стрит, короче, неважно. Ребятки, у нас все дело близится к концу, и сегодня у нас будет полуфинальный уикенд перед гонкой с боссом Рэй Кригер. Это будет круто, я думаю. Ну что, давайте приступать. Смотри на этот трек, какой он извилистый. Я думаю, что в прошлой серии у нас был отличный симбиоз из тачек Honda S2000, так, чтобы порвать жопу, и Nissan Getter. Вдруг что-то пойдет не так. Вот, это просто ультимативная тачка, которая просто поставит на место тут любого соперника, а что кота, как два пальца обоссать. Ну, хочется так верить. Фух, а там посмотрим, как... Пойдем. Да. Посмотри на соперника. Здесь Пагани. Унизим? Или нас унизят? На самом деле здесь должна быть уже высокая сложность. А что там еще? Вайпер. Я думаю, что здесь должна быть уже высокая сложность. И соперники просто топовыми. Потому что обычно перед боссами прям вот самый сок. Самый цинус. А уже боссы такое себе. Так, что там? Мы в группе А. У нас самая слабая тачка сегодняшнего уикенда, да? Ну ладно, нам не привыкать. Че? Хорошо, здесь хотя бы раздеребанили по группам, и мы в слабой группе, и в своей группе, я думаю, что мы постараемся побороться, а вот когда не будет групп, что мы будем делать? Непонятно, что мы будем делать. Нормально Honda натанцевала. Слушай, нормально они полетели там. Спокойно. Ох ты! Красиво. Я вспомнил тот трек. Это крутой трек, кстати. Реально крутой. Так, ну, ребята, вы неплохо едете. Я, в принципе, и говорил то, что сегодня должен быть уикенд такой нормальный. Смотрите, как бок о бок. Чистая борьба пока что. Но, опять же, еще не вечер. Мало времени. У меня нет времени на эту борьбу, слышь? 4 круга всего лишь там все. Сучара ты, блин. Есть, прошел. Лоханулся, пентинг, не, выходим с песочка. Давай теперь форда не отпускать. Мне нравятся эти соперники, они реально хорошо едут. Это круто. Где тормозить тут, понял? Ой, да, я помню, это извилистые эти треки. Шо, братан? С прострельщиками, да? Ух ты. Ну пролазь, давай. Вы шо... Ох ты ж охуевший. Ох ты ж охуевший. Ты видел, что было? Я подождал, ну залажал, подождал пропустить его. А он вон, ну как ноги повытирал об меня. Падла ты такая. Хорош боком, хорош боком. Пошел Нитрос. Ай, Honda, да хорош тебе танцевать вот это вот танцы. Дыки танцы, ёпта. Вот она, блин, кошмарит меня. Взял бы я Геттера, вы бы сейчас, блин, собаки такие. Сдали бы где ваше место. Спокойно, уколбасят всех. Колбасит прям по страшной силе. До свидания. It's stack time. Не рискнул. А! Чисто американские горки. Ты опять меня... Да пошел ты в жопу, не могу я тебя чисто проехать. При всем своем желании. Давай. Куда ехать-то? Что за... Ну трек, конечно, жесткий. А, сейчас выход напрямую, аккуратно. Не борщим. Тошним. Наступаем. Все, поехали. Сколько там? 4 круга держим нитро, пока не палим. Мало ли пригодится. С ручником. Это ж Need for Speed. Здесь самый раз так ехать.
поддать угла, так сказать. Это как масло в кашу поддать. Одно другому не мешает. Тихо. Ух ты, это с Хонда, это просто, я тебе говорю, вертихвостка какая-то. Виляет своей задницей и туда, и сюда, только лови ее всю дорогу. Песочек. Дай вторую. Да хорош тебе выкручиваться мне. А-а-а, бетон. Нормально. Я тут еду, пыжусь, а ехать-то не против, ну, не с кем в смысле. И шо, пацаны? Ай! Не надо так. Кого мы унизили, непонятно, только сами себя. Порвал в хлам эту Хонду несчастную. Взял бы Геттер, ехал бы как человек, но нет. Груди-член и прочие долбоящеры, это тачки овер до хера сил, но что-то они все медленнее. О, это ж этот самый. Willow Springs. Springs. Да, это Willow Springs был, только этот. Нафаршированный такой себе, прикольно. Так, ну что, ребяточки, едем на вторую часть. Я прям даже не знаю. Ну давай попробуем на Геттере, а то что, С2К, да С2К задолбала она. Почилим. Правда, инфа не проверена, но нет, все-таки почилим. У нас тут прям все хорошо, да? Ракета Ивахара, там все нормально, да? Кто едет? А где? Там же была эта самая поганая скотина. О, GTR G-Proto, а что это у него больше сил, я не понял. У меня фуловая тачка. Непонятно, как это работает. Фуловая и накрученная. С четвертым надувом. Так, если что. А еще на палке. Шахимак, ублюдок. Имат, ублюдок. Че, педаль газа потеряли? Да чтоб ты был здоров! Ну что, пацаны, я поехал. Сносит, да, сносит Форда бедненького. Я сейчас давил на полтапки, чтоб ты понимал. Ну давай я тебя пущу опять. А то дайва какая-то. Хотя это никакого смысла не имеет. Ух ты, он даже сопротивляется. Проезжай. Будешь моей игрушкой сегодня. Ну, слишком крутая тачка для них, отвечаю. Я думал, будет поганей, такой, воу, класс. А, нет. Ну, все, мы прощаемся с этим шикарным Фордом. Если, конечно, не запустим. Не, смотри, он едет. Едет. Сейчас бы со второй на первую скидываться. Там, где надо повышаться. Я еду, просто чилю и развлекаюсь. Если, понимаете, там чувак жопу рвет сейчас на немецкий крест. Лишь бы сдержать меня. Я вообще не парюсь. Криво, раком, боком. Пол газа, отпустил пол газа. Фул. До свидания. Что-то коробка барахлит у нас сегодня. Ай. Это второй круг. Бить так бить, чё? Берем Хонду. И продолжаем бороться. Что-то я взял катку и даже не обратил внимания, что я там взял-то. Ладно, G-Proto, смотри, у него уже 3 восьмерки. Он там, видать, этот вот Мамору крутит свою тачку. И она все круче и круче по характеристикам. Ну, посмотрим, поможет ли ему это. Да? Порше он. Ну, давай! Выпускай. Смотри, Геттер попёр, всех убей там. Давай, ты победи. Это что, которого 3 восьмерки? Падла. Спокойно, спокойно.
Ой, это Willow Springs. Здесь лучше бы я на Гэттере был бы, ну ладно. В обратную сторону, да, понял. Все, понял. Прямиком за Гэттером, на поиски его. Лучше бы я этого не делал, конечно. Вспоминаем Willow в обратную сторону. И как тут ехать надо? Так, пацаны, у меня есть хорошая идея, потому что что-то пошло не так, мы ремонтируем Хонду. Чего, без ремонта, мы не ремонтируем Хонду, но мы... Груди-член нас здесь развлекает! Груди-член решил поехать на своем Порше. Залу Порше. Не обойдется, я тебе гарантирую. Давай, чувак, рвись к победе. Не пускаем этого Дона. Есть, я заслепстримил его. На. У него тачка ебануться мощная, поэтому... Живем. Живем. На ручнике. Пролазим. Третью насилуем. Больше до Апекс надо. Нырять. Ну шо, братан? Чем порадуешь? Полсекунды. О! Опасно. Быстрее надо. Отлично. Мы лидируем, но этот хрен сейчас приедет. Всего скорее. Мне приходится эту Хонду просто рвать на куски. Чтобы его сдерживать. Давай, Вась, тащи, включай. Чё ты начинаешь вот это вот? Я тут в прошлых попытках так жопу рвал, а тут я что-то еду, чиллаутом занимаюсь каким-то. Когда Вась тащи, интереснее. Ой, б... Сончик, ты это хорош. А то тут и Вась тащи не понадобится. Сам все порешаешь, да? А не хватает зеркала заднего вида. Падла. Второй круг. Нельзя отпускать. Нельзя отпускать. Чё так долго? Жесть, какие скорости, конечно. Тачки, шо утюги. Ошибаться нельзя. В принципе, у меня есть 3 баллона, так, на всякий случай, но мало ли чё. Хорош. Да какого ты, дай мне вторую здесь опять. Хонда. Срака такая характерная. Сейчас он тут стрельнет стопудово практически. Стопудово. Да уж, близко. Даже не мечтай. Не переплюнешь. Это еще не конец. Это был лишь гриб. О, смотри, как интересно тут будет. Заезд на время, участки. Слушай, ну заезд на время, это сколько то? Давай поехали на участки. Давай по... Тут я не втащу на Хонде или втащу. Поехали на Хонде. Надо, наверное, Гэттер скидывать деталью. И ехать в финал на Гэттере. Он крутой. Но он слишком крутой для... той несчастной BMW, которая там будет против Гэттера в следующей серии.
Погнали! Участки, мать. А на шестой тут пойдет? О, пошла. Нихера себе открытие. Не хватило. Ну, ублюдки. Мы на своих гипертриперкарах, конечно, молодцы. Молодцы! Все убились? Не, не все, жалко. Я рассчитал, что все там останутся. Ха-ха-ха-ха. Горе соперники. Песочек. Ох, я прям идеально прошел. 440 очков навожу. Перебить тебя там будет сложно. Надо смотреть, так надо ли стрелять тут? По-моему, надо. Давай, держись! Не успел. Я второй, кстати. Меня это что-то не очень так привлечает. Уже первый. Нет, все еще. Блин, второй. Ёб твою мать. Дос. 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 Продолжаем бороться. Один буст есть. А впереди последний круг. Сколько тот ублюдок получил очков? А главное, за что? На последнем секторе буду юзать. Потому что только там я не переплюнул. Фул газ, пацаны. Держись! Это было быстрее. Нет, не быстрее. Я не знаю, мне надо сотворить нечто, чтобы здесь тащить сейчас. Я только что дячил, как сатана, и все равно не улучшился. Последний сектор, это единственное, что мне остается. Где я могу? Да короче, блин! Последний сектор. Улучшился! Просто бог улучшения! Реально хорошо еду. Булгас. Твою мать! Чтоб вы были здоровы, сука. Вы тут как обычно, да, я понял. Пацаны отметились. Вот тут обманчивый поворот. Так, есть, мы первые. Раздуваемся, раздуваемся. О, получилось. Yes. Yes. Что ты на это скажешь, братанчик, а? Победа, ребят. Сейчас начнется убиение Honda S2000 часть. Ой, какая там уже эта часть-то, я не знаю. Это прям сериал какой-то.
Блокбастер, ёпта. Я уже запутался. Живи, Хонда. Ой, да что так вяленько-то, а? Что так вяленько-то, а? Углиться, падла. Слушай, я тут на ней насосу. Особенно если так вторая будет включаться. Реально, блин? О, yes. Забрал. То есть тебе раскочегариться надо, да? И потом все будет. Стенка. Не надо углиться. Ух, блин! Дивіться. Дави, Хонда, давай, давай! Включай свой стек. Yes! На, Зотя выдавил. Она там запинается, пока раскрутится в тег, включится ей просто кнопочку. Оп! Поехали, блин. Все, ребят. Соперники все в шоке. Честная победа на Honda S2K. Легендарной, да? Потрепал, потрепал машинку. И тут улучшился. Я думал, что это был последний заезд, но нет. Все-таки заезд на время тоже надо проехать. Ну, пацаны, это не та машина, на которой здесь можно что-то вообще показать. Нет. Погнали. Чуть тебя снесло так. Только не говори, что и с тобой проблемы будут. Не, догоняем пацанов. Здесь уже проблем, наверное, не будет. Где там этот грудий член? Так, как этих чертей объехать, теперь вопрос. А ну показывай, рассказывай свои секретики. Что-то я не вижу, чтоб ты прям тащил. Откуда время берешь, падла? Дерзкое быдло включаешь, да? Я понял. Ух ты, бля! Там нельзя резать так. Там нельзя резать, вот в чем фишка. Да ты, блин, посмотри на эту боль. Так, лучший круг у меня будет третий. Сейчас пристреляться надо. И вот эту хрень проехать.
О, как тут мерзко ехать. А где ж нитро-то юзать? Ну я был близок. Прямо аж с раскачки такой сумасшедший. Давай, давай, Геттер. Даже в передачах путаюсь. Вот он, этот козел. Ваш чернослив, до свидания. Ха-ха-ха. Эпическое завершение. Слышь, я ему привез 3 секунды. 3,5. Поставил на место груди члена. Наш босс, с которым мы в следующей серии будем зажигать и бороться один на один. Готовьтесь. По-любому. Да победит сильнейший, как говорится. Ага, неотразимо тачку убил. О, хера себе. Это круто. Это настолько круто, что я даже сейчас возьму, пойду в гараж. Где там у нас автомобили? Гараж. Где моя писечка, Хондочка? Вот она. Давай, дорогая, выбор. Я пойду в гараж и... поставлю 4-ю трансмиссию. Нихера себе. Плюс 6 всего лишь, там всего, ну ладно. Тем не менее, круто. Круто, круто. Вертихвостки, да, поставили Детальонова? Чё, как вам, ребят? По-моему, мы сегодня прям херачили по страшной силе. В принципе, как и в предыдущей серии, и предыдущей, и в следующих сериях тоже продолжим херачить. Так что можете тоже захерачить подписочку, захерачить колокольчик. С вами был Сони, спасибо вам за внимание. Давайте, ребят, увидимся. Всем пока!